И всем снова привет, мои дорогие зрители. Сегодня я, как и обещал, буду снимать прохождение еще одной хоррор-игры про Момо. Да, я все-таки правильно говорить хоррор. Потому что, ну вот у всех ютуберов, которых я смотрел, там они все говорят хоррор. Поэтому я буду так говорить. Окей. Это я обещал в предыдущем видео по бабуле Гренни. Что сегодня будет еще одна игра про Момо. Я, как вижу, графика здесь уже получше, чем в тех играх, которые мы до этого играли. И думаю, она уже будет маленько пострашнее. Вон, видите, Момо, вот ее силуэт. Мне кажется, здесь она уже немножко более реальная будет, и поэтому более страшная. Жаль только, тут не поделать поиски предметов, и можно уже понять, что она... Так, 1.17.2019. Ха, это же сегодняшнее число. Так, привет, она тут нам, я пишу. Она, я тебя вижу. Я смотрю, ты стоишь прямо перед окнами. И задняя дверь открыта. Я, не играй со мной, ты меня не знаешь. Я позвоню в полицию, она. Не делай это, или я разозлюсь. Я звоню в полицию прямо сейчас. Так. Она. Чё-то не понял. А, я сожру тебя с кровью. Не прячься, или будет хуже. Не понял, короче, чё тут... Другой вообще язык был. Так. Is with you. Survive until the police arrived. Arrive. Press E to open close the door. Так. О! У нас есть фонарик. Это хорошо. Так. Я там уже слышал шаги Момо. Как она дверь открывает. Это очень нехорошо. Так, turn on the generator without being caught. Так, включите генератор, при этом не попадитесь. Так, здесь пустой сундук. Да. Это очень нехорошо. Я слышу там, как Момо ходит. А, то есть это игра наподобие The Momo Game. Но только, как вы видите, тут графон гораздо лучше. Так. Слышу, как она там топает. Ладно, давайте сначала исследовать этот этаж. Так, у нас тут ноутбук со Стимом. Скрытая реклама Стима. Тут Steam. Это Steam меню. Так, ага, таймер у нас остановился. А, понятно. То есть тут у нас мы полицию вызвали сразу. Надо тоже выполнять задание, чтобы таймер продолжал тикать. Так, окей. Блин, вот только подсветка тут странная. Стоять. Так, что-то у меня... Ой, Момо! Так, я не пойму, куда она хочет пойти. Наверх? Она забагалась? Так, лучше, думаю, нам уйти отсюда. Да, Момо, вы видели, уже более страшно нарисовано. Только я не пойму. Ушла? Все, ушла. Я только не пойму, зачем ей прилепили этот петушиный хвост? Зачем? У нее ведь на самом деле нет хвоста. И она выглядит с этим хвостом очень глупо. Серьезно. Так, я понимаю, я тут наверху ничего не найду. Press E to open the drawer. Так, ящик. Press E to...
Подожди, то есть is the hot glasses for hacker. Lost shipwreck. L-Steam. А, это... Это ключи Steam на ту игру, которая там была. То есть это еще и не только Steam, это вообще скрытая реклама игры. Да и еще и халявные ключи на нее. Вот это поворот. Но я так понял, эти ключи уже давным-давно активировали. Если это вообще существующие ключи. И, собственно, они уже не рабочие. Так, ну и где тут это Момо? Так, ну походу на втором этаже мы ничего путного не найдем. Придется ходить по первому этажу. О, черт! Момо! Да, тут она багается и пройти не может. Давайте отойдем подальше. Сейчас она уйдет. Да, я испугался. Так, я не понял, какого хрена она меня поймала. Я даже не слышал ее. Да, бесшумная убийца. Ну окей, по новой. Все, можно первый этаж не обыскивать. Так, это мы пропускаем. И сразу же идем вниз. У нас тут еще пока есть свет, а теперь он вырубился. Момо, она выходит оттуда. Ой, так я ж сюда пришел. Это поворот. Ну да, скример тут маленечко уже более жесткий. В предыдущей игре, которая на движке Unreal Engine была. Мы там играли, где лабиринты еще были, помните? Так, окей. То есть это главная дверь. Сдается мне, что я не тут искал. Оу, май! No, God, please, no! Так, ну ладно, где этот долбанный генератор? Оу, шит. Момо пришла. Нет, вот видите? У нее какой-то, блин, нелепый петушиный хвост. Зачем его приляпали? Но тут она хотя бы получше выглядит. Да, графика у этой игры четкая. Этого не отнимешь. У этой игры серьезно четкий графон. Так, и где это Момо? А вот и она. Отходим. И возвращаемся. Ой! На черта я это сделал. Да, тут я заметил, кстати, не чистый английский язык, а здесь смешанный. Какой тут есть язык? English Spanish. А, испан...
Испанский тут еще язык. Теперь я понял, почему тут такая фигня. Тут не... Зачем это сделано, я не понял. Может, это баг. Это баг, скорее всего. Ладно. Ну, поэтому тут не все понятно. Ну, основное-то я понимаю, что тут. Опа. Вот и генератор. Find the case for close the doors. Так, найдите ключи. Так, ага, то есть теперь мне надо ключи искать. Давайте-ка дверку закроем. Теперь все. Теперь у нас хотя бы свет есть. Тут ванная. Здесь нет ничего полезного, никаких ключей. Я не пойму, сюда что, Момо идет? Так, и таймер вон сразу пошел. Так, но он сейчас, скорее всего, до 30 секунд дойдет и закончится. На всякий случай я закрою эту дверь. Тут валяется диван какой-то. Но ключами тут и не пахнет. Ага, Момо сюда не приходила. Я застрял. Попробуем на улицу хоть что ли выскочить. Точнее, я уже выскочил на улицу. А Момо где-то там в моем доме. Ой, и она уже гонится за мной! Да, кстати, что-то ей больно короткие волосы сделали. Так, ну теперь я уже знаю, где находится генератор. Это плюс. Выяснить, где они находятся ключи. Что-то мне подсказывает, что они на втором этаже. Вот стопудово. И они наверняка вот в этом сундуке, который пустой сначала был. Вот генератор. Так.
Нет, ну тут вообще ничего нет. Так, она и свет умеет выключать. О май, Момо пришла. Да, это попадос. Это попадос. Еще разок попробуем. Так, сейчас включаем генератор и дуем наверх. Что ты здесь забыла? Я не понял, какого хрена ты там делала? Да, теперь, видимо, может. Вот зараза. Ладно. Да, чую, я провожусь с этой игрой столько же, сколько и возился с Momo Game. Чёрт! Давай, уходи! Вот ты! Зараза! Да вы видели, она меня сверху грохнула. Она даже меня не догнала. Читерка, блин. Ну ладно. Если эта тварь постоянно лазит наверх, значит, надо ее подкараулить. Пока она оттуда вылезет. Все логично. Да, пресс Е. Хорошо, что не пресс F. Где она может быть? Ага, все-таки наверху. А ну, пошла в жопу, зараза! Вот сволочь-то, а? Но теперь я понял. Она теперь наверх будет лазить. Да, по-моему, я вроде начинаю привыкать к этой игре. Нет, безусловно, эта игра лучше, чем те, которые, игры про Момо, в которые мы с вами уже играли. Здесь графиков гораздо лучше. Хотя геймплей в ней, собственно, как в этом, как в The Momo Game.
А это чё? Опа! Еще одна входная дверь. Ах ты! Эта фряза закрыла дверь? А, сверху лезет. Ой, ты! Ты откуда появилась? Ты вообще была в той комнате? Ну я ж, блин, говорю, читерка. Пролезть вообще. Постоянно там ошивается. А, вот и она. Что ж, давайте пока побродим здесь. Но здесь все одно и то же. Ключей не видать. Ты, блин, ты зараза. Внизу припряталась. Кто ж знал, что ты там? Ладно, ладно, я с тобой еще разберусь. Понятно. Этой сволочи лучше не попадаться на глаза. Что ж, давайте ее просто караулить. Как только спустится, а мы тут как тут.
Все, просто караулим эту муму. Ага, спускается. Давай, иди сюда. Ты говнюшка, блин. Зараза. Надеюсь, что ты не наверху. Да ты... Ну ты задолбала, блин! Ну какого черта? Вот какого черта ты здесь делаешь? Объясни мне! Я вообще-то... Ну, я, если честно, думал, что я вообще ни хрена не сделаю, а я хотя бы генератор могу включить. Вот только эти чертовы ключи я не могу найти, потому что Момо все время наверх ходит, а внизу их нет. Я здесь уже внизу все локации прошарил. Тьфу ты, обшарил. И ключей нет здесь. Значит, они на втором этаже. И только там. Больше нигде. Ну чё, ты уже здесь? Ага, здесь, значит. Даже не просто здесь, а прямо здесь. Ебо-бо глазастые. Отстань от меня. Ну я вообще тут ничего не могу сделать. Я почти что бессилен. Меня здесь... Все сводится к той игре The Momo Game. Но в точности все. Плюс еще здесь никаких нычек нету. Это тоже очень огромный минус. Пошла в жопу. Пошла в жопу, я сказал. Надоело, блин, пернатая. Сейчас она к нам ушла. Собственно, я так и знал, что так будет. Так, я понял теперь ее траекторию, так сказать. Она... Когда она спускается, она идет туда. Поэтому подкарауливать ее надо там. Ну... В той двери под лестницей. Точнее, у той двери под лестницей. Вы меня поняли. Покажу. Мы уже ходили через эту дверь.
Скверный ты нафиг театр. Уже спускается. Ждем здесь. Чуть не матернулся. Да ты нафиг! Ты, блин, ну ты задолбала. Да, походу, сегодня мне от нее точно не сбежать. Это я гарантирую. Пробую хотя бы прохождение посмотреть. Может, тогда получится. Я ведь в той Момо тоже прохождение посмотрел. Подождите, тут есть режим бега. Это все меняет. Так, дайте-ка на паузу поставлю. Отлично. Все, я как в самому гейм поставил на клавишу Shift парочку деревяшек, и теперь мы автоматически в режиме бега. Ой, избил их. А вот и Момошка. Так и знал, собственно, что она сейчас придет. Поэтому даже не стал убегать. Я знал, что мне все равно так близко. Ну, не удрать мне от нее, просто ставить назад деревяшки на клавишу Shift. Да, это удобная, конечно, штука. Все. Теперь играть будет легче. Потому что у меня скорость стала больше. Ой, фонарик забыл включить. Вот теперь включил. Так. Это я немножечко позже сказал. Звук-то тут на самом деле синхронизируется. Ладно, продолжаем. Сюда залезла, ну так и знал. Надо... Ну ладно. И опять та же самая... Не знаю даже, как назвать. Канитель, вот. Ладно.
Ага, вон, спускается. Вот ты... Ну... Почему я не вылез? Я должен был выйти через дверь. Но... Игры, понятное дело, не всегда были такими простыми. Так, а чего это она зависла? Почему игра зависла? О! Это даже не зависла, это какая-то ошибка. Так, подождите. О, все, исправил. Пришлось перезапустить игру. Ну все, поехали. Блин, кадр в секунду я прикрыть не могу почему-то. Иногда такая вот странность бывает. Ну хорошо, хорошо. Включаем свет. Осторожно выходим. Ага, уже спускается. Так, куда она делась? Сквозь стены, что ли, прошла? Ну это ж просто читерство какое-то. Как она там появилась? О, хватит читерить. А наверху или внизу? Все-таки наверху. Включим-ка свет. Ага, я так и знал. Нет. Нет, нет, нет. Да... Что ж ты будешь делать? Меня там ждешь, что ли? Ушла вроде. Ниоткуда. Мне надоело. Серьезно, мне надоело.
сегодня я, походу, эту игру пройти не смогу. Ладно, по старой схемке включаем генератор, то есть наоборот включаем его. Ой. Лезет прямо сюда. Черт, наверх идет. О, спрятался все-таки. Нет, сундук пустой. Осторожно выходим. Так, а на компьютерном столе тут... Тут никаких ключей нету. Ты и в этой комнате. Нет? Так, здесь что? О, а вот и связка ключей. Так. Закройте все окна и двери. Ага. Снаружи. Осторожно. Так. Ага, Момо теперь, скорее всего, внизу. Здесь ее нет. Наконец-то сумел еще дольше продержаться в живых. Так. Ага, походу это последнее задание. Вон тут 20 секунд осталось. А Момо не видно. И даже не слышно. Что совсем неестественно для нее. Затаилась, скорее всего. Хитрюга. О! Ну я так и знал.
Зараза. То есть после того, как ты это задание выполняешь, она еще появляется не сразу. Нет. Ну почти все как в этом, в The Momo Game. Со Steam. Здесь хотя бы заданий поменьше. Зато игра сложнее. И графика лучше. Теперь я знаю, в какой комнате ключи. О, спускается. Делать. Но она как будто сквозь стены меня чует. Нет, это просто, по-моему, ошибка в игре. Стоял близко к стене, а за ней была Момо. Да, я ведь заметил, она, может, даже если я нахожусь снизу, она сверху, она меня все равно грохнет. Не, это, скорее всего, все-таки ошибка. Ладно. Но теперь-то я хотя бы знаю, что надо делать. О, спускается. Это нечестно, она опять... Ой! Ты... Да она не наверх пошла, она там... Нет, серьезно, она ходит через стены. Потому что я прекрасно видел, что она пошла туда. Хотя нет. Она в ту дверь пошла. А я-то думал, она сквозь стены ходит. Ну, значит, в этой игре меньше ошибок, чем я думал. Кажется, я все-таки сумею пройти эту игру. Потому что у меня в планах другая еще игра, тоже в силе ужасов. И следующий ролик будет именно по ней. Если, конечно, я сейчас пройду Момо. А если не пройду, то либо по этой же Момо, либо все-таки по Silent Hill. Так, ну что, ага, уже спускается. Сейчас она туда пойдет, и поэтому мне надо будет не терять бдительность, сразу лезть наверх.
Да, вон она. Я так и знал. Поднимается. А? Так, я не помню. Зачем здесь эти сундуки? Может, я в них прятаться могу? Но почему-то не могу. Осторожно. Все. Вот ключи. Ой, ну ты... Ой. Ты ж не заорала, не пойму, чё. Нет, вот так-то. Вообще она называлась Мать Птицы. Мать Птица. Я когда вышел из дома, она уже там появилась. Санов закрыл, значит. Так, чтобы быть уже готовым. О, спускается. Ты... Ну ты... Это я рано вылез. Просто я вылез слишком рано. Я уже даже меньше разговаривать стал. Потому что здесь серьезно. Здесь особо-то, ну, нечего вот комментировать. Ой. Ну тогда опять. Ну что? Ага. Ну чё, выходишь, спускаешься или там ещё походишь?
Давай, я тебя жду. Ну опять. Так, это опять была та ошибка. Ну и... А, нет, мне же сюда надо. Чё я делаю? Так. Сейчас она выключит этот фонарик, ну, точнее, лампу. О, кажется, она спускается. Давай. Ага. Спускайся, спускайся. Мы подождем. Ой, нет, слишком рано. Все, а теперь наверх. Живо. Во-первых, эту дверь мы сразу откроем. Эй, это не та дверь. Сюда уже лезет Момо. Нет. Ну так невозможно. Ладно. Не буду больше пытаться. Видимо, в этот раз у меня не получится пройти эту игру. Может быть, получится в следующий раз. А на этом все.